Вот такое интересное у нас приобретение. Это пропановый отпугиватель птиц. Конкретно модель называется Guardian 2. Модель предназначена для установки на открытом пространстве без навесов, там защитных каких-то там укрытий и так далее. Подключается к газовому баллону, и здесь вот регулируется плюс или в минус частота детонации, то есть накапливается там газ, и соответственно пьезоэлементом детонирует с интервалом либо 3 минуты, либо любое промежуточное значение вплоть до раз в 30 минут. Также сразу купили таймер, газовый таймер, который позволяет не заниматься тем, чтобы в 5 утра откручивать баллон, а вечером закручивать баллон, иначе пушка будет и ночью стрелять. Вот, и таймер в этом плане очень полезен. Сейчас, в общем, надо его врезать сюда посередине между вот этим, соответственно, местом подключения к газовому баллону и самой пушкой. И дальше запускаем в действие. Так, вот наши курочки-молотки на пастбище. Сейчас мы уже начали осваивать, кстати, мульчер молотковый. Ну, точнее, он на самом деле с ножами. Вот, а здесь поставили в лесочке пушку, и сейчас проверим, как она работает. Так, мы поставим на самый плюс, и, соответственно, открываем. И нужно подождать. Так, тут у нас таймер. Восемнадцать. С 5 утра стартуем, оканчиваем 19:00. Таймер мы потом положим в коробочку герметичную. Ну, в общем, посмотрим сейчас. Сейчас бахнет. И стреляет где-то раз в полчаса. Пока что так. То есть пушка, она у нас для того, чтобы верхние хищники у нас не тягали курицу. То есть у нас вообще в принципе потери наших кур только от верхних хищников. То есть сами по себе они не умирают. От наземных хищников их защищают наши собаки электроизгородь. Просто замечательно защищают. То есть у нас ни одной потери от наземных хищников за все 4 года хозяйствования именно по птице не было. Вот. Вот сейчас она стрельнет. Ну, вот так вот. Надо было и мне подальше отойти. Вот, в общем, мы испробовали разные варианты отпугивания хищников верхних, да, начиная там с пугала, трещоток, лазерные уровни, диски, приклеенные по-разному. Вот, но не помогало. А недавно к нам приехали коллеги наши из Кабардино-Балкарии, и вот посоветовали, скажем так, порекомендовали и поделились своим опытом использования пушки. У них ни одной потери, также они пастбищное птицеводство начали, вот, у них ни одной потери не было. Вот, ну и мы по их совету приобрели вот такой агрегат. Пока раз в полчаса нам хватает, ну посмотрим дальше, потому что у нас он работает только третий день, пушка эта работает. Вот, но пока потерь вот именно у молодок за эти 3 дня не было. Вот, старенькие курочки у нас, ну как старенькие, которым 1,4 месяца, вот, они у нас находятся на другом пастбище, то есть это в 500, наверное, метрах. Вот там сегодня одна потеря была от верхнего хищника. Вот, но это говорит о том, что если на разных пастбищах содержится птица, то нужно, скорее всего, не один. Не одна такая пушка, а 2. Вот у нас пока 2 пастбища. Вот нам, скорее всего, в следующем году понадобится еще 2 такая пушка. Пушка вместе с газовыми баллонами и таймером обошлась нам в 50 тысяч рублей, где-то так приблизительно. Вот. Но она окупится не то что за сезон, а гораздо раньше, потому что если хищник у нас начинает тягать птицу, то он может тягать по 1-2 курицы в день.
А здесь нужно считать убытки не по самой курице, которая, ну, погибает, вот, а именно по тому количеству яиц, которые эта курица еще за свою жизнь, за год может снести. Поэтому, да, купили, попробовали, пока все нравится, дальше посмотрим.